семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! И мы продолжаем серию видео по настольным играм. Сегодня у нас Соображарий Джуниор. Вот такая вот игра. Ну что, открываем? Да, мы будем открывать без ножниц. Откроем без ножниц. Я сам не знаю правил, так что будем разбираться по ходу. По ходу пьес, да, Дэн? Да. Ну-ка, открываем, что нас там ждет. Так, вы с мамой распечатываете, а я прочитаю правила. Держи. Вадим был Адиней. Вадим не доказывает, Так, состав игры. 60 карт заданий, 52 карты букв, правила игры. Перетасуйте колоды заданий и буквы отдельно. То есть задания и буквы тасуйте отдельно. Секунду, я тебе дам. И положи... Что там? Хочешь разобраться? Да. И положите рядом с центром стола рубашкой вверх. То есть кладем сюда потасованные колоды. Отдельно с заданиями, отдельно с буквами. Так, ты поняла вообще смысл? Так, значит, кладем какую-то задание, кладем карточку с буквами. Верхнюю карту задание, затем надо вслух назвать задание и положить в открытую рядом с колодой задание. После этого игрок открывает верхнюю карту буквы и кладет ее рядом с колодой букв, так, чтобы буква на карте была хорошо видна всем игрокам. Ну, все понятно. Скрываем сначала задание, потом буквы. Итак, теперь игроки пытаются как можно быстрее назвать слово, которое подходит по открытому заданию и начинается на открытую букву. Игрок, который... Б, а я. Все буквы ты у нас знаешь. Денис, он, кстати, знает все буквы, друзья. Игрок, который первый назовет подходящее слово, забирает все карты задания и кладет его закрытую перед собой. В конце партии каждой карты несет одно бедное очко. Ну, все понятно. Наверное, чтобы Денис не проиграл, он должен опять участвовать в чьей-то команде. Дим, ты за кого будешь играть? За папу или за маму? За маму. Опять за маму. Ну что ж ты за папу играть не хочешь? Ладно, я тасую колоды с заданиями. Давай, мы скольки? Давай до 10 очков, до 5 очков сыграем? Давай. Давай. Ты будешь играть. Нет, немного. А мы сейчас смешаем, видишь, у нас будет две кучки. А у нас будет две кучки, да? А зачем две? Кучка с заданиями, кучка с буквами. А, всего две кучки. Хорошо, то я уже думаю, зачем у нас тут куча. Дине подержит три буквы. Так. Ну я вроде как помешал задание. Сделал одну большую кучу. Я тоже размешала. Ты тоже размешала? Угу. Так, кто у нас начнет? Кто у нас начнет? Дине, кто начнет? Кто начнет? Папа или мама? Давай, я загадаю. Давай, держи. А тебе одной штучки хватит? Давай так, Дине, я загадаю цифру от 1 до 3. И покажу ее на камеру. Если ты угадаешь ее, то начинайте, не угадаешь, начинаю я. Давай. Какую папа загадал цифру? 1? Нет, 3. Папа начинает. Я выкладываю задание, выкладываю букву. Так, я читаю. Одежда, в том числе головные уборы и обувь. Понятно задание? Угу. Давай, переворачивай букву теперь. Это не принципиально, то ты... Ну, хорошо. А, мы с тобой. Хороший. Нифига себе, я даже сообразить не успел. Ну, бери карточку себе. А буква-то меняется или нет? Конечно, меняется. Папа, какая у тебя карточка? Так, папа, кусается. Давай букву смотрим. Акула! Кто акула? Акула. Ну, какой апо? Господи, я что? Я вообще не смог. Так, у мамы 2. Это вообще... кусается. Так, может, пока Денис тебя отвлечет, твой помощник в команде. Ага. А Денис почему не участвует у тебя в команде? Папа, вот, значит, тут. Он не соображает, как она, почему. Да ладно. Тонет в воде. Ого. Так. Демпина тонет в воде. Дурак! Тонет в воде! Ну, так нечестно, нет. Нет. Ну, хорошо. Дельфин? Нет, дельфин не тонет в воде. Дрова? Нет, дрова не тонут в воде. Дрова не тонут. Деньги не тонут. Чего на деньги? Ну да. Дрын! Дрын точно тонет. Нет, дрын не тонет в воде. А чего? О! Я придумал! В воде тонет диск. Автомобиль тонет в воде, он же железный. Хорошо. Мое очко. Так, ну что, поехали дальше. Летает. Сейчас опять будет сложно, видимо. На букву У летает. Утка!
Вот, вот утка слово. Летает? Хорошо, утка летает. 2-2. Два-два. Ну какая разница, что на карте не будет нарисовано. Поехали дальше. Счет. Жидкое. Ну-ка. Опять Д. Ну, жидкое. А что у нас жидкое? Здесь почему-то нарисовано, например, джем. Не притирайся, ну джем жидкий. Допустим, вам очко. Ну как? Пока 3-2, да? Или 5. Мило. Да. Ну да, жидкое мыло на букву Д. Дуру жидкое. Пойдет? Поехали дальше. Именно дуру жидкое. Может быть горячим. Поехали. Эй-ю. Эндокринолог. Конечно. Юла может быть горячим? Нет. Юнга. Нет. Ну горячий юнга он такой. Молодой горячий. Молодой горячий юнга. Не надо тут. Ну а что у нас на букву «э» и «ю» может быть горячим? Ничего, в том-то и дело. Ну почему? Экранированный провод. Эндрю, это провод. Короче, это фейл, пропускаем. Это фейл, мы пропускаем. Сдаемся. А это что за буква «е»? Провод. Вот, например, провод. Да? Ну что? Вы хотите получить это в подарок? Ну, кажется, это попроще будет, да? Поехали. Жук! Я хочу получить жука в подарок. Ну, конечно. Ну, значит, желатин. Желе! Я хочу получить желе в подарок. Ну, я хочу желе в подарок получить. Я же могу просить желе в подарок? Ты подожди, скажешь, дорогой, ты что хочешь на день рождения? Я скажу, желе. Желе. Джиле. Нет, я считаю, что это моя ошибка. Ну, тащи. У вас сколько? 3-3 нас, да? Поехали дальше. Нас собрались день. Помогай маме. Можно встретить в школе. Креативно. Давай. Завуч. Справедливо, как ты быстро соображаешь. 4-3. И вот эту. Ну давай, забирай. Букву перевем, ты можешь забирать. У нас либо и ты отвечаешь, и вы побеждаете, либо у нас еще батл. Можно встретить в деревне. Денис, кого можно в деревне встретить? Давай вместе. Молоко. Мужик. Молоко можно где угодно встретить, и мужика ты тоже. Медведь. Ну а что, Денис, скажи, в деревне можно медведя встретить? Я думаю, что может, там рядом лес. Я сейчас себе думаю. Молоко ты где угодно можешь встретить. Тем более молоко не ходит. Не стоит трогать руками. Готово? У нас, кстати, с тобой решающий момент. Волосы. Вонючку. Какую вонючку? Вонючие волосы, ну допустим. Не, давай что-нибудь другое, давай. Что еще? Ты просто сказал волосы. Ну, чужие волосы, наверное, не стоит трогать руками. А я думаю, что не стоит трогать руками. Вулкан. Вымя. Вымя руками трогают. Никого не стоит трогать руками. Волка. Ну, логично. Ну что, 5-4? Интересная игра. Соображает Джуниор. У нас, кстати, есть еще другой соображарий. Если вы поставите пальчики вверх и ролик наберет 100 лайков, мы снимем следующий уровень соображария. Или еще сыграем эту игру, пишите тогда об этом в комментариях. Ну, а с вами был канал Baby Go. Денис, покажи, сколько у тебя уже карточек. Очень много. Да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока.